Привет, на связи я, Юни. Сегодня очень интересный ролик, ведь я добавила необычные руды в Майнкрафт, а именно руды ютуберов. Если я добуду их, я получу много разных суперплюшек. Ну что же, готовимся к походу в шахту. Ну а что еще делать? Как это-то добыть, я не знаю. Нужно сперва попробовать деревянной киркой. Пам-пам-парам. Добуду ли я это? Так-так-так-так. Думка, добывайся. Тайный торговец Тумки! Деревянная кирка, руда добылась! И мне дали элитры! Так, а что? Ого, ботинки Тумки, шлем Тумки! Вот откуда у него всегда все самое крутое! Но мне нужно столько много алмазов! Может быть, я найду алмазную руду? А, ну да, она же реально существует! Да что-то пошло не по плану! Ладно, может быть, я найду руду ютуберов, которая дает много алмазов? Все еще нужно идти в шахту! Если приглядеться, вот чуть-чуть, можно заметить какую-то руду паутины. Макелочки. Так, я тогда поменяю и... О, боже! Вот он! Градус! И стрелы, и кости, печенька. Но все это охраняет паук. Точнее, скелет на пауке. Блин. К битве! Готово! А куда он делся? Кости. Можно будет заприватить какую-нибудь собачку. Много стрел! Еще бы лук у того скелета вывести. Вообще прекрасно. Так, ладно, градус. Что ты мне дашь? Сердечко. Два сердечка! Вау! Я не хочу потерять этот баф. Я смогу накопить хоть 5 строчек сердец и прийти к дракону очень крутой. Печеньки, что же будет на низкой высоте? Так, отправляемся тогда сразу вглубь, не будем тормозить. Вообще, мне и железо нужно, чтобы все добывать намного быстрее. И алмазный меч. Ой, чего? Железный. Это я, наверное, заспойлерила, а? Идем. Просто валяются предметы. Подождите, там паук. Получается, паук забрался наверх и убил скелета? Красавчик паук. Так, а сейчас добудем много сердечек. Райм. Сейчас поищу. Что? Больше не дергай. Что? Убить, убить, убить. А, да, эндерперлы. Райм, спасибо. Алмазы. Реально спойлер, что ли, был? Я по приколу сказала. А зачем я делала? Ну ладно, неважно. Алмазный меч. Хочу еще, хочу еще. Давай, давай, давай. Изумруды. Больше не дергай, я подумаю, увидеть, увидеть. О, это я! Райм с 1 апреля. То есть ты сейчас делал добро? Скинул мне жареную крыльчатину. Так, пойду-ка я подберу тебе прекрасные вещи со скелета. На, спасибо за помощь. Перекусим. Вот бы еще Райма найти. Только жаль, что изумруды, я хотела алмазики. О, фиксай! Что, что ты мне дашь, что ты мне дашь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прилив здоровья. Навсегда! А зачем тогда нужен гран? Офигеть! Как много всего из пешка. На, луки, батуны. Собака! О, нет, прости. Ложка, я не хотела. Заспомнился слишком высоко. Да это собаки прекрасные. Вокруг тебя эффекты силы. А ну, пойдем разбираться с мобами тогда. А я ничего тут не пропустила. Мы спускаемся все ниже и ниже. Находим градуса. Больше сердечек. Сколько луков, батунов? Фиксай, спасибо. А тут уже... Поинтересней, да, собачки? Фарц мне не нужен. Боже, как много всего, это просто какая-то жила. Ракушки в шахте. Так, так, так. О, эндерперлы! Мне что, даже в ад не придется идти. Так, больше сердец. Так, так, главное ничего не пропустить. Дерево. Ван, Райм. Давай алмазы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Были алмазы и появились эндерперлы. Тебя закусают мои собаки. Вот так вот. Давайте, ребята. Ой-ой. О, сердечко. Помню, наша миссия, маленькая миссия, найти 20 алмазов, чтобы купить. А вот у него броню. Итого у меня уже 16 эндер-жемчугов. Можно просто и не передвигать. 19. Реально, в край можно не идти. Хотя я на самом деле бы проверила, что же там. Может быть, там какие-то еще особенные руды. Вот бы с песиками не переборщить. А то дракону то ха... А, да, их реально слишком много. Я что-то сбилась с счета. Наверное, больше не буду добывать, хотя... О, добрый! Так, ты поставил лайк, а подписался, колокольчик нажал? Тогда держи подарок. Так, тортов. И тотем! Да я же никогда не умру. Чудесно, прекрасно. Ням-ням-ням-ням. Я не заметила алмазы. Тут столько много всего, что я не заметила алмазы. А вот
Полтораем. Теперь смогу с ним драться. Алмазы, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот еще один бесконечный фарм алмазов. Могу уже, кстати, что-то купить. А, например, шлем. Шлем Томки, защита 4, подводное дыхание 3, подводник, шипы 3, прочность 3, починка. Ой, да я передумала, что ты нападаешь на меня. Ребята, спасайте. Так, на всякий случай, тотем. Интересно, кто еще из ютуберов остался? Не вижу кабана, фиксплея, Эдисона. Где же они? И даю что-то супер очень крутое. Поэтому нужно как можно скорее их найти и посмотреть, что они дадут. Мне нужна еще кошка. Походу... А почему он такой быстрый? Вы видели? Ну ты что такой быстрый? И почему с ним не сражаются собаки? В тебе что, у девочка крипер селилась? Добрый! Больше лайков, больше подписок, ребятки. А что будет, если я добуду себя? Может быть, это было первый раз? Типа 1 апреля шутка, ха-ха. Со 2 апреля. Со 3 апреля. То есть... Так, Райм! Я снова нашла себя. И компота! Изумруды! Ой, еще изумруды! И житель! Меч компота! Да, нужно! Боже, какая я крутая! Сколько здесь урона? Очень много! Дракон, тебе хана! У меня есть теперь еще 13 алмазов, и я могу купить. По-моему, там были... Еще... По ноже. Покупаем ботиночки. Просто посмотрите на меня. У меня назаритовые вещи. Этого так давно не было. Полетели. Так, раз есть элитры, нужно полетать по-нормальному. Так, отлично, лети. Как странно я лечу. Так, где-то здесь. Песок? Это руда? А пофиг как копать, наверное. 3 зубец Эдисона. Прочность 3, верность 3, разатель 5, громовержит, починка, записка. Надеюсь, что мой трезубец обретет хорошего нового владельца или владелицу. Корова. Он возвращается. Что? Я обязана убить дракона этим трезубцем и вы больше ничем. Это очень круто. Итак, куда же мне? Я поняла, в море. Да, отлично. Деревня. Есть. А как приземляться? Полетели. Еще деревья. Так, не полетели. Ну, сочи. А вот и штаны. Эй, ты чего так долго добываешься? Давай. Штаны фиксплея. Говорят, что эти штаны фиксплея подарил сам Тор. Видимо, Эдисону трезубец тоже Тор подарил. Я как Тор. Так, а что еще можно добыть? Эффект-то красивый. Ба-бам. Ну, это ему отнесу. А то что он без штанов постоянно гоняет? Не знала, конечно, что руда фиксплея это земля. Видимо, ее кто-то выжег. Молния. 100%. А я вообще туда плыву или не туда? Ну, вроде туда. Я же совсем забыла. Мне в портал нужно было. Где-то тут должен быть сундук и по-любому обсидиан. Тринк, портал-то надо починить. А вот и сундук. О, да. Это мне не надо. Я справлюсь сама с назаритовой броней. Кстати, где все мои собачки? Наверное, не успели за мной из-за того, что у меня крылья. Ну, ладно, думаю, воду найду еще. У меня что, нет зажигалки? Есть. Все у меня есть. Все продумано. Спасибо, Майнкрафт. Я какая-то очень сегодня везучая. Ну, вперед! Никто меня не убьет. Что? О, боже, да! Да, наконец-то! Наконец-то! Спустя 50 серий я спаунюсь у крепости. О, боже, я спаунюсь у крепости, когда у меня уже есть ОК-Эндер. Вы серьезно? Я сюда пришла, чтобы просто посмотреть, может, что-то интересное тут есть. Например, какой-то странный плюс, то, что скоро заспавнят. И сушителя. Господи, это так тупо. Каждый раз, когда мне нужно вас, чтобы убить эфритов, я спавнюсь где-то в жопе. И час иду до крепости. Благо, у меня есть своя тактика всегда идти на юг. А когда мне ничего не нужно, а она просто вот так вот появляется. Ладно, ладно, не переживай, может быть, что-нибудь найду интересное, что-нибудь. Но вообще, я так наблюдаю, и будто бы здесь руд никаких нет, тут только золото и кварц. Что, домой тогда? Просто так испыталась сегодняшнюю удачу, заспавнилась у крепости и домой. Прекрасно. Что, куда? Обратно? Ну ладно, ладно, полетели. А может, где-то ложка завалялся? Так, мне просто нужны собак. Коровы. Что, к собаке, чтобы они меня защищали. Ладно, видимо, я сама. Ну, хотя в назритой броне я не против. Оп, оп, оп. Ну, давай.
Какая неумеха. Давай! Да блин. Это уже не смешно. А нет, я этот биом не видела. Значит, вперед! Вперед! Ой, так здорово! Надо проверить, куда дальше. Опять обратно! Да здесь нужна помощь Райма. Или доброго, добрый. Скажи, а может это, ну, укажешь мне точные координаты портала, а? Ничего не произошло. Ладно, все-таки нужен Райм. А, что? Что? А вот и оно. А вот и портал. Я чуть не сломала. А у меня шипы, кстати, тебе лучше меня не бить. Так, ладно, я не буду с ними разбираться. Они мне достают каждый раз. Мне нужно сейчас активировать. Быстренько сходить за собаками. Собаки! Собаки. Да, есть! Один есть! Второй есть? Так, 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 мне нужно еще больше собачек, пожалуйста. Блин. Вау. Это я! Может, ты мне дашь что-то теперь другое? С 4 апреля. Ладно, Райм, понятно. И что так продолжалось бы бесконечно с 5 апреля, 6 апреля. Ну что ж, можно подкрепиться тортиком и отправляться. Еще тортиком. Еще тортиком. И отправляться к дракону! Лук достали, опять тортиком перекусили. И тринь, 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 тринь. Я думала, будет быстрее. Я думала, я такая тринь, и все, а оно что-то как-то замедлилось. Я уже устала, надо опять перекусить. Боже, как я много ем в этой серии. Я готова. Да, блин, опять кушать. Я готова ломать крест стражи. Я тоже готова ломать, я поняла. Взлетим! Или нет? Взлетим! Почти, почти, почти! Ну же! Ну же! О, да! Пам! Это было здорово! Ничего не понятно, но я как-то оказалась на месте. Уу! Нет, нет, нет! Боже мой! Пам! Да опять! Ты что, думаешь, я глупая? Я вот так построюсь и все. Есть! Есть! Вау! Дэдэй! Бабах! И последний. Ну тут уж... А, нет, не последний. Ну так и не получится вряд ли, да. Надо построиться. Извиняюсь, раз я испугалась, что упаду. Да-да-да-да, бывает и такое. Так, надо взлететь. Давай, давай. Оба. Еще раз, еще раз. И где, где я? Я теряю кристалл, теряю. Ну давай, ну же. Пожалуйста. Я ж почти попадаю. Ладно, у меня есть идея получше. Получше, я сказала. Ну, все. Ей! Ладно. Я не спидранер, я просто юнием. И мне проще, будет просто построиться. Там. Кстати, мое самое быстрое прохождение было где-то за минут 20. Ну, это с дотопаками. А обычно, наверное, минут 40. Но это если очень постараться. А так-то на расслабоне играю. И мне очень интересно, насколько быстро вы проходите Майнкрафт. Ваш рекорд. Так, он приземляется. И сейчас я сделаю что-то невероятное. Так, так, так. Мне нужно тебя победить. Пам. Да не отворачивайся. Вот так вот, получай Назаритова мечом, как тебе, вот так. А я возьму и, опа. Вау, Андермен так красиво отворачивается от этого. А с каких пор у меня меч стал огненным? Он всегда был огненным, я чего-то не замечала. Попаду ли я в дракона? Этим не попала. О, попала. Он тоже попал. А где? А что, второй улетел? Ой, Эдисон, прости, я не хотела. Бам, красота, бам. А, все, все. А сейчас мечом. Дынь, 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 дынь. Улетаешь, правильно делаешь. Вообще мог просто яйцо как бы мне отдать, и все, и Майнкрафт пройден. Но нет, надо посражаться. Это по-любому мать дракон, защищает яйцо, носит где-то в себе внутри. Может быть, во рту. Да, блин, такой кофе -то кидать. Я просто наслаждаюсь. Попробуйте сделать себе такой же трезубец, который возвращается, и покидайте его в кого-нибудь. Это восхитительно. Наверное, Тор, когда кидает свой молот, тоже так кайфует. Да. Пам-пам. Чё? Чё? Да ладно. А, ну все верно. Оу, я так было потеряю. Вау, вот это было очень эффектно. Все верно, я должна убить дракона трезубцем. Я ж так и хотела. Главное попасть. И... Опа! Так, еще, еще, еще. Есть!
Вау! Это было суперски! Все почему? Потому что на мне броня, тумки и штаны ФСП. С каких пор его обычные кожаные штаны стали такими? А вообще-то, ютуберов в Майнкрафте много. Нужно поискать в книгах, может найду еще какие-нибудь записи о них. Закончила. Пускай все думают, что я в библиотеке. Еще какие-то записи о рудах ютуберов, о тотемах ютуберов. Но на самом деле здесь моя лаборатория. Заходим.